Громкие аплодисменты, цветы и искренние поздравления. Сборная Самарской области завоевала серебряные медали на всероссийских соревнованиях по художественной гимнастике, на Кубок олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой в групповых упражнениях. Они проходили в Нижегородской области с 19 по 21 мая. Гимнастки стали мастерами спорта. Быть капитаном непросто, рассказывает Екатерина Резник. Это большая ответственность. Нужно уметь вести за собой команду. В этом деле помогают определенные качества характера. Естественно, наверное, все-таки героизм такой, потому что я как капитан команды вынуждена была собирать ее. То есть я готовила команду, настраивала. Это на самом деле почетно было. Вот. И я очень рада, что у нас все получилось. А вот Виктория Смирнова пока еще не осознала, на какой уровень теперь вышла ее команда. Однако юная спортсменка уверена, это придет со временем. С 12 лет идешь к этой цели, но пока еще не осознаешь, что ты мастер спорта. Но в скором времени, естественно, придет осознание, но пока я как бы еще, ну что-то есть, но что-то нет. Вот, но я очень рада, конечно, да. В соревнованиях принимали участие 60 команд, которые допущены к программам «Мастер спорта». Очень масштабные соревнования, очень приятно было выступать. Мы довольны на 100% результатом. У нас 2 серебра и 1 бронза. Девочки справились с волнением и показали, на что они способны. Выступили достойно, защищали хорошо честь Самарской области. Ну и результат оказался вот таким хорошим. Спортсменки уверены, эта победа – общая заслуга. Без поддержки родных, друзей и опытных наставников ничего бы не получилось. Мы вас любим! Ксения Баканова, Игорь Казановский. События.